banana, a banana. Танцы — это все. Вот особенно сейчас, когда я уже проходила 4 года, вот без них я просто жить не могу. Мы начинали, у нас было 24 человека, даже там с 13, потом 24, больше, сейчас уже больше 100 человек в нашем клубе. Приходили тоже к нам женщины, например, мы стесняемся, мы не можем так. Ну, мы как бы говорим, да ничего, у всех получится, надо только хотеть. Начинается период сессии, поэтому у нас все усиленно готовятся к сессиям, к экзаменам. Вот выбравшиеся смогли поучаствовать. У нас педагогический отряд, в основном мы закрываем летние лагеря летом, поэтому в течение учебного года мы участвуем на вузовских, городских мероприятиях. Ну и вот здесь, на набережной, танцуем. Всероссийская акция, она проводится с 20 по 22 число практически в каждом субъекте нашей Российской Федерации, и называется «Шумные выходные». Дни заключаются в различных баттлах. Мы решили выбрать именно танцевальный баттл и пригласить наших друзей, как раз таки устроить связь поколений, ассоциацию пожилых людей. Пенсионеров я лично смотреть не люблю. Вот этот танец тоже мне не нравится, а предыдущий красивый был. Там, где есть пластика, там, где есть танец, там поистине красиво. А вот эти, не поймешь, то ли это зарядка какая-то, то ли это танец. Современные не нравятся вот эти. Молодежь энергичная, конечно, она моложе, у нее в ней столько энергии. Ну и женщины наши, пенсионерки, тоже очень хорошие, они с таким удовольствием все делают. У них такие плавные движения, и улыбка на лице, и вообще так это приятно посмотреть. Поэтому нам и то понравилось.